Что это за продукция? Так, что ж. Значит, вы поняли, что эта продукция не панацея от всех болезней. Да, а что нужно сделать? Мы с мамой поняли, что это не продукция не панацея от всех болезней, но с ней нужно обязательно работать. Если вы работать не будете, то и она не будет на вас работать. Некоторые покупают, отбрасывают в сторону, она валяется и непригодна вообще. Считают, что купили какую-то ерунду и выбросили деньги. Мы считаем, что такого не должно происходить. Человек должен работать с этой продукцией. Неважно, 5 ли минут, 10 ли минут, час ты работаешь в течение дня, но ты должен с ней работать. Пусть это будет на ночь, если в течение дня некогда. Ну, неважно, да, там это самое. Возьмите на работу маленькую подушечку, возьмите кружочек, да, тюбетеечку вкладыш. Они маленькие, незаметные под одеждой. Положили, посидели, посмотрели, болит ли спина, болит ли нога, коленка ли. Все равно это можно сделать, и никто даже не заметит. Ну, а дома уже тут фантазия, как говорится, работает, правильно? Там можно лечь на подушку, посидеть на подушку. Затвердела подушка, чувствуете неудобство, отложили в сторону, посидели.